Ask about me, I'm a hustler, I'm a hustler, homie. I'm a hustler, I'm a hustler, homie. Nigga, ask about, nigga. Всем, короче, здорово. Мы, короче, с Алексом снимаем тренировку в ВПД. Давай, говори. Ну, в общем, сейчас собираемся с ребятами, вот, набрали кадетов. Сейчас поедем за город. Будем мочиться. Да, ну, сначала нам барьеры поставить надо. И, кстати, мы с Алексом заместители шерифа. И я передаю привет Тайлеру Симпсону. Он мне помог финансово. Сколько? 5к. Ё-моё. Нормально, я купил себе Хантли. Короче, мы почти подъезжаем к месту назначения. Да, я не уверен. Правильно едем мы? Правильно, правильно. Только стой. Останавливайся. Ай. Сейчас мы отдаем им две машины, а сами едем, и они нас ищут. Не, они дебилы, они будут тупо доими всех. Они не поймут, они разбегутся, охнутся. Лучше давай доедем место назначения, поставим барьеры. Ну и начнем. Давай. Все, тогда я продолжу, когда мы подъедем уже. Давай. Так вот, короче. Мы спрятали магнитофон. Магнитофон будет служить вместо бомбы. Команда зеленых. Так, подожди. Команда зеленых должна будет найти эту бомбу и обезвредить. Кстати, у них автомобиль. А зачем им автомобиль? Ну, преимущество, что было, чтобы они приехали толпой. Сейчас, подожди. Давай, этот Марио ждет команду. Ты тут? Да, я тут. Когда начинать? Так, подожди. Кто это бегает? Ты там в той комнате, где окна разбиваются? Нет. Я у зеленых. А почему ты у зеленых? Я буду за зеленых, наверное. Так ты знаешь, где бомба? Ладно, я буду наблюдать. Давай. Чтоб по-честному там все было. Все, начинаем. Подожди, зеленый, ты какой? Марио начинает зеленый. Ладно, я буду знать. Зеленый, я не знаю. Я надеюсь, не ты за рулем. Нет, не я. Я же красный. Ты снимаешь? Да. А, давай, все. Я так со спины постреляю. Минус один.
да, фигня какая-то получилась. Так, кто там Бунифоп, ты не понял? Никто. Гля, даже балласт. Да. Так, вот там кто-то хотел. Кто там за скутером побежал, я не понял. Нет, чуть побыстрее есть, чтобы они в машину не упирались. Крик, не толкайте машину. Быстрее. Слабый. Подожди, тихо, не быстро, не едь. Надо узреть это все. Бля, ну и спалась, побежал как-то. Чё они Бонни хопят? Это что у нас РП? Да. А Балас побежал в Бонни хопил. Ну? Там же типа РП пацаны. Давай, короче, в BMX парк пускай велосипед. Так. Или когда кто? Нет, кто первым прибежит? Вышел до ЛВПД. Давай сейчас понаблюдаем за ним, чтобы как они не будут. Льюис Валлас, глянь как. Тут раньше у меня дом стоял. У меня вот тут тоже на горе был. Вот перед нами оранжевый вот этот. А. И там еще на горе фургончики вот эти тоже были у меня. Так, вот это сокращает, ну ладно. А, Бонни Хоп. Кто Бонни Хоппит? Вот тот, который сократил. Льюис Валлас, походу, сейчас проверим. Ну ладно, пускай не будем сильно притираться. Может, поедем в участок и там будем? Туда нет, смотреть. Нет, вдруг там кто-то читерить будет. Давай, наблюдай за всем. Чё ты остановился-то? Ну, Луис, он там втопил вообще. Ни хрена себе. Они ж поедут, они ж будут через этот... Через воду плыть. Нет. Ну, смотри, прям в нос идут. А, вот, короче, два по пути офнулось. Одного уволили. Да, одного уволили, то что он катался на... Угнать. Мне пишет в чат, блять, Алекс, блять. Я ему напишу сам такой. Давай, давай. Кто прибежит первым до участка, тот получает ранг. У нас три, вот, входит такие. Чё-то Льюис отстает, он же первым. С нами вот еще Рикки Грин бежит, только я не знаю, зачем он бежит. Я не знаю. Может, там бабки получит. Ну, в принципе, он там 5к, пускай радуется. Так он Бонни Хоппит еще. За Бонни Хоп не надо давать деньги. А, тогда я вот так вот подтолкну. Ой. Нечаянно подтолкнул. Ой, нечаянно. Он просто так клонится. Ладно, не буду бы не хопить, а то мне сейчас забанят. Она всегда такую. Блин. Луис, он стрим, он прям ломится. На эндер глянь. Мне достало гибрил. Он, короче, за ранку бьет вообще всех. Взял тачку. Шерифа. Он дурной, что ли? Ну типа, верни мне обратно. А на шерифа он еще возмущается. Ну же, Луис, давай. Плохой из тебя турникмен. Вы нас с форумом не ознакомили, я откуда знал? Бля, чего? Мы...
вообще, почему он на машине на этой ехал? Че он вообще? Он типа не знал то, что это. Вообще все поехали хавать. Почему он? Он мне пишет, какого хуя ты меня уволил? Вот, даже Таня сейчас напишу. А, он меня достал. У меня просто весь час желтый из его сообщений. Угу. Сейчас пойдешь. Не принимай обратно его. Он нам нарпешник. Кто там первый? Эндрю Джонс. 154-й ID. У него, по-моему, третий или второй ранг. А, ну что это? Я смотрю за этим. Давай ты за Эндрю, я за тем посмотрю. Чтоб он либо не хватал. Давай. Он мне пишет, ты Блейд хотел купить? Какой Блейд? Мне какой-то вообще дебил пишет в чат. Он раз пять написал, наверное. Опа, Дэн Фрост. Я помню этого чувака. Я помню, когда-то с ним в гетто хотел идти. Дэн Фрост? Да, знакомый ник. И у него два аккаунта. Ага. Так, members. Такой, какой у него третий, да? Блин, я застрял. Плавка ты. Вот он, машина. О, все нормально. Наш всемогущий. Ранг. 1-5-4. Дам ему, знаешь, какой ранг? Второй, типа. И напишу, типа, офнулся. Он пишет, я был третий, я сейчас такой бегу. Он за мной просто бежит, он просто... Ладно, сейчас. Ну, я, короче, думаю, на этом все наши приключения 24 июня закончили сейчас. Вот, почти час дня. На этом все, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.